Блин! Закрыто! Так, значит, мне нужен ключ. А, мне туда... где тут может быть ключ? Я его... О! Кажется, понял. Эти ключи всегда были в тумбочках. Кто гений? Я гений! Ладно, мне пора вот туда. Ну что, замок? Готовься! Кто здесь? А, ау, здесь кто-нибудь есть? Блин, странно. Жук, что ли, майский? Ладно. Вот ты козел какой, а! Обалдеть! Чего? Это что, дверь 9999? Ну все, мне точно надо туда! Ну что же, откроем, посмотрим, что там, да? Ты уже лайк поставил? Ты подсматриваешь-то зачем, а? Ставь лайки и открывай эту дверь дурацкую, давай! Обалдеть! Это же... Я без понятия, что это вообще! Но надо это сломать. Не понял. А где это я, блин, вообще, а? Что-то мне так некомфортно. Стоп, кто что видел? Никто ничего не видел. Ничего не было. Не, ну одному здесь выживать не вариант. Надо позвонить моему одному лучшему другу. Ну давай же, ну бери же трубку уже. О, алло, а я здесь, давай приезжай, мне нужна твоя помощь. Все, пока. Ну вот я и здесь. Звал? Загадывай, что хочешь. Но только в одно предложение, а то ты меня достал. Секундочку, Джин, секундочку, дай подумать. Джин, я хочу... Я хочу, чтобы мой друг играл вместе со мной всегда и всю жизнь, и чтобы он появился со мной на этом одном блоке, и у нас была бы эпичная битва, и я хочу, чтобы победил сильнейший, а подписчики поставили лайки, и хочу шапку хот-дог. Ставь лайк, если делал так хотя бы раз в жизни. Эй, не понял? Где это я? Лёня? Опа! А вот и я! Ты чего? Что? Что это за блок с монстром? Это ж монстр из зверей, который говорит пс! Не знаю. Лёнь, в смысле это ты не знаешь? Слушай, мне тут меч выпал. Не хочешь получить по заднице? Нет. Какой джин? Лёня, ты что, попросил джина, чтобы я сюда телепортнулся? Нет! Лёня выпал из мира. Ах ты, зараза такая! Ну все, Лёнь, дай я себе нафармлю блоки! Я же до тебя доберусь, ты задница шоколадная! Я ж тебе отомщу за это! И вообще, мой блок будет круче, чем твой, понял? Лови! Нет, не вздумай! Не вздумай! Ладно, 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 не буду! Ты, зараза, Лёнь, вот только попробуешь это сделать... Стоп! Это же блок радужного друга! Лёнь, а почему мне вообще твой блок из блока выпадает? Ну да, я, наверное, сам не понял, что я сказал. Ну-ка, не кидайся в меня коровками, ты, зараза такая! Ты меня бесишь, ты сейчас получишь по башке! Ладно, мне нужны блоки срочно, чтобы добраться до Лёнечка. Иначе у меня реально начинает потихонечку раздражать. О! Кажется, боги Майнкрафта меня услышали и выдали мне кучу-кучу обсидиана. 5 минут спустя. Остались последние блоки. Лёнь, ты зачем это ко мне мостик простроил? Ты что, думаешь, что я пущу тебя на свою арену? Да. Ха, я ж до тебя добрался, точно. По заднице вот он и наконец-то получил. Мне выпали какие-то странные синие штанишки. Я тебя сейчас дам, блядь, ну-ка не трогай меня, зараза ты такое. Мне нужны топовые-топовые блоки. Мне нужна топовая броня, чтобы победить в этом противостоянии Лёню. О, смотрите, как я быстро бегаю. Ставь лайк, если ты болеешь за блок... дверей. Да, дверей. Если ты болеешь за блок дверей, то нужно прямо сейчас поставить лайкос. А еще мне выпал арбалет, который очень страшный. Лёнь, лови лаву.
Ты какую еще лаву? Получай, ничего себе! Лаву, значит, у меня решил кидать. Не-не-не-не-не, Лень, не вздумай. О, мне выпали классные яблочки, которые, если съесть, наверное, мне дадут суперский эффект. Да, я стал невидимкой, конечно, вообще прям супер. Но если бы, представьте, невидимка была бы реально в режиме дверей, то это был бы супер читерный эффект. О, наконец-то мне выпал еще и шлемак, и кажется, я умею летать. Видали? Не, ну просто я наконец-то я этого достиг. Владус, у нас же есть такой ролик с читами. Мы же его сняли уже. Тихо, молчи, Лень, молчи. Ты зачем все рассказал? Я хотел это в конце видео зрителям показать сам ролик. Блин, Владус, извини, проболтался. Ребята, мы действительно сняли такое видео, но я покажу, где оно находится попозже. Поэтому смотрите, чтобы и не пропустить. Почему мне спавнятся криперы? Каждый второй блок мне выпадает либо огромный зомби, либо крипер. Вы меня реально достали уже. Владус, кажется, зрители выиграют, если проголосуют за твой блок. В смысле, ты это про что? Да мне вообще ничего не выпадает, у меня все вещи очистились. Лёнь, ну ты смешной. А я вам говорил, ребята, если вы ставите лайк, то значит вы голосуете за мой блог. Поэтому кто проголосовал за мой блог, автоматически выигрывает. А я вам говорил, Владус, они исчезают, когда я что-то подбираю. Смотри, Лёнь, ты реально лошара. Мне кажется, что это я надел какую-то броню, которая дала ему такой вот эффект. Владус, что делать, блин? Да ничего, Лёнь, не делать. Снимать штаны, бегать и все. А еще я могу его убить с одного удара руки. Ну да, вообще не брал никакое оружие в руку. Мне нравится блок дверей. О, Лень, ну ты, конечно, красавчик. Вот эта броня, где взял? Отстань, Владус, отстань. Лень, а еще я могу до тебя достать вот отсюда. Так, ну-ка, снимай эту броню, иначе нам Майнкрафт сломаешь. Этого нам не надо, вы посмотрите-ка. Майнкрафт начал ломать, значит. Вот по такой он тактике решил работать. Не-не-не, так нельзя. Короче, у меня есть другие труселя. И я вообще выгляжу шикарно. Владус, скажи сыр, сейчас будет вспышка. Сыр. Нет, ты... Че, дурак совсем? Какая вспышка? Зачем ты кинул сюда эту гранату огромную? Вот с башкой не дружит, Лень. Я тебе говорил, что твой радужный друг уже не актуален. Он уже все, хайп ушел, Лень. Надо было голосовать за блок дверей. Вот двери это реально топ. Я вам говорил сразу, ребят. Я кактус. Ну да, оно и видно. Ведь на каждый кактус с неба прилетает динамит, и он взрывается. Угу. Вот прям, Лень, ты идеальный кактус. Господи, давай, 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 давай. Мне нужна какая-нибудь хорошая оружка. О, ну, световой меч, это, конечно, классно, но это не то. Поэтому мы его выкинем. Ведь мой меч на плюс 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9 урона. Да. Вот так вот. А это классно. О, смотри-ка, Лень, а ты где? Вот он я. Лень, можно на тебе кое-что затестировать? Пожалуйста. Да спустись ты на землю. Ну, один разок. И раз. Неплохая палочка. Неплохая, мне нравится. Лень, телепортироваться запрещено. Стоп. Что это у тебя там за остров такой? Ну-ка, 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 ну-ка. Я хочу до него долететь и посмотреть, что здесь такого интересного. А, у тебя тут просто золотые яблоки. Это фигня. По сравнению с моими вот этими магическими яблоками, это... Ну, даже того не стоит. Даже не нужно было подниматься на этот остров. Смотрите, я даже если в лаву встану, то я сразу гореть перестаю, как только выйду из нее. Просто золотые яблочки. Да-да-да, просто яблочки. Лень, ты что, от меня что-то скрываешь, а? Нет. Лёня, признавайся. Нет. Ты зараза такая. Ну посмотрим, посмотрим. Ведь у меня остается ровно... Все нормально? Ты. Это от тебя. Ну, короче, я... Я пошел, угадай слово. Что? Какое слово? Из этих букв? Лёнь, да ты серьезно? Сейчас разгадаю это за одну секунду. А... Блин. Лёнь. А можно я подписчиков попрошу, чтобы разгадали, а? Можно! Ребят, напишите в комментариях, если у вас получилось разгадать этот ребус. Пиши его прямо сейчас в комменты и... Одни взрывы у этого Лёни. И я ломаю этот блок. Написал? Это реально легкое слово, ты догадаешься. Ну ты же умный. Ну, пиши. Отойди от меня. Мой блок. Хо-хо-хо, Лёнь, настало проверить, чей блок оказался лучше. Может, не надо? В смысле, не надо, Лёнь? Я ж могу... Все, заканчиваем блоки ломать, это нечестно. Прямо сейчас я предлагаю каждому из вас подписаться на канал, чтобы не пропускать новые классные видео. А мне пофиг. В смысле пофиг, Лёнь? Откуда у тебя такая броня, ты зараза? А, ты подобрал ее с моего блока, да? Нет, это неправда. А, правда, правда, знаю я тебе задницу шоколадную, не надо врать мне. Подпишись на канал прямо сейчас и посмотри то самое видео с читами в дверях. Только никому не рассказывай, оно вот здесь. Кликай, смотри, пока.